Добрый день! Представляем вам пасту антистрессовую для кошек немецкой фирмы GIMCAT. Эта паста примечательна тем, что в ней не содержатся вообще никакие консерванты, красители, усилители вкуса и сахар. То есть она минимально вредна для вашей кошки и приносит только пользу. Что значит антистресс? Антистресс заключается в том, что основной компонент Эшольца калифорнийская обеспечивает здоровый сон и успокоительный эффект на животное оказывает. Ну, на практике, скажем так, при переезде мы начинаем применять это, ну, вот если мы с кошкой где-то переезжаем или в какое-то путешествие отправляемся, мы начинаем ее применять за день или за два до поездки, и в поездке кошка совершенно спокойно относится ко всем, даже осмотрам на таможнях и всяческим перегрузкам и в транспорте, и совершенно спокойно себя ведет. Поставляется паста в картонной упаковочке с украинским переводом, как же ж без него, и выглядит она очень аккуратненько и простенько, вот так. Значит, сам производитель, в принципе, не регламентирует количество пасты, которое можно скормить за раз, но не рекомендует ее это использовать для беременных кошек и для котят. Ну, видимо, потому что это может как-то негативно успокоить, слишком успокоить. Вот, вот такая, собственно, паста, которую можно купить в магазине «Шиншилка», и там она проверена, гарантирована, качественная и эффективная.